Итак, я, значит, разбил сегодняшнюю программу на такие небольшие блоки тематические. Вот, назвал их по, ну, то есть по некоторым вещам таким, которые так или иначе касаются любого человека. Вот, блоки такие. Первый блок будет о творчестве, небольшие, там, по 10-15 стихотворений. О творчестве и о познании. Второй блок о радости и веселье, о смерти, или точнее о кончине, о хрупкости живого и о зарождении, о мертвых, о превращениях и изменениях, о мире, о страдании, о человеке, о судьбе и о случае. И последний такой бонус-треком таким будет цикл «Китай». Вот. Ну и еще последнее замечание. Я не стал ограничивать материал, который я сегодня буду читать, только тем, которые представлены в книжке. Я буду читать и какие-то новые стихи тоже. Итак, первый о творчестве и познании. Поэт сродни некормленной собаке. Подобно ей он рыщет в полумраке, любую встреченную вещь хватает, несет в нору и с жадностью смахтает, покуда смысл сердцевину целиком не вылезет, как из кости мозговину. А после вертит радостно хвостом, поистине космата шлудив, не сознавая вовсе между делом, что чаев мир сложить скелетом пустотелом, в который гунет ангел выступив. Тогда, быть может, жучка станет человеком. Представь, что ты обычный мужичок. Берешь червивый образ и крючок реальности им наживляешь ловко. Закинуть тоже надо на сноровка. Потом сидишь и смотришь, только сам еще не знаешь, хочешь или нет, внимая проторыбьим голосам, быть славным рыбарем немых побед, и размышляешь, если рыбу схватит, то я хочу и буду рыбаком. А нет, так мне не хотелось. Кстати, ведь сижу, гляжу здесь хитрым мужичком. А рыба ни о чем вообще не знает. Любые образы хватает ртом мгновенно. И даже образ двух сращенных тел, в котором человек одновременно рыбак и рыба, ведь ты захотел. Микрофон лучше включить, ничего не слышно? Да, мы с Макаром. Нет, по крайней мере.